будьте любезны, покиньте площадь. Это не площадь. Территорию, прилегающую к доме, будьте любезны покинуть. Территорию, прилегающую. Территорию за оградой, между прочим. Будьте добры, проходите. Реновации тому, как нас обманывают. Эта газета предназначена для людей, которые все еще верят в пропаганде. Это антипропагандистская газета. Но при этом она написана таким языком, чтобы людям было понятно. Для простых людей. Даже несмотря на то, что если они сегодня примут законопроект, да, они нас не остановят. Пусть они говорят, что мы притихли, мы не притихли. Мы сегодня подаем иск на Володина, который сказал публично, что 20 тысяч подписей, которые лично мы собрали, мы жители пятиэтажек, и не только пятиэтажек, которые против Варварского этого законопроекта, что мы не действительно, что мы не существуем. Мы сейчас делаем скан паспортов реальных, получим. Подальше отойдите, отойдите подальше. А что я нарушил? Привыкайте к закону! К закону привыкайте! Это уже смешно даже просто! Позор! Просто смешно! Против людей! За что меня задерживают? Вы обязаны представить! Подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию.